рассмотрим возрастающую последовательность натуральных чисел. И предположим, что все ее члены удовлетворяют такую нюансу. То есть не больше, чем в 10 раз возрастает. Выпишем их все, без пробелов, без запятых. Докажите, что получим непериодическую последовательность цифр. Каждое следующее число не больше, чем в 10 раз отличается от предыдущего. Мы выписываем такие числа без пробелов, без... Докажите, что получим непериодическую последовательность. А рано или поздно длина нашего числа будет... Количество цифр нашего числа будет делиться... Длится нацеленное количество цифр периодно. Это произойдет, как наше число, а максимум увеличивается 10 раз, то есть а максимум количество цифр прибавляется единиц. Правильно. У каждого следующего количество разрядов или такое, как было у предыдущего, или на один больше. Увеличить сразу на две цифры мы не можем. Да. Из-за того, что не больше, чем 10 умножить на n. Да, n плюс 1. Хорошо. Значит, когда-нибудь у нас получится то, что будет число состоять из периодов нескольких. Да. Ну и, собственно говоря, можно его тогда и считать. Да. Потому что кратное периоду – это тоже период. Отлично. И получается, следующее число, оно уже все нарушает, потому что... Оно еще не совсем нарушает. Так, какая история? Вот у вас есть какое-нибудь там очередное, да? Число является периодом, и дальше приписывается i плюс 1. Но поскольку это был период, то вот эта вот цифра такая же, как эта. Да. И следующая такая же, как эта, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до самого конца. Да. Значит, первые цифры у этого и у этого числа такие же. А значит, здесь 0 должно быть. Значит, здесь стоит 0. Но если у нас последовательность периодическая, то получается, что 0 здесь, а значит 0 здесь, а значит 0 здесь. Получается, что эти числа начинались на 0. А как может первый начинаться? А ты вообще можешь начинать? Нет, не может начинаться с 0, потому что число на 0 не начинается в статистической системе. А вот какое-то маленькое улучшение этой задачи. Если написать здесь плюс 1, то решить задачу будет уже нельзя. Пожалуйста, придумайте периодическую последовательность такую, состоящую из десятичных записей чисел, удовлетворяющих такому равенству. Да? 1, 11, 111, 1111 и так далее. Совершенно верно. 1, 11 и так далее. То есть, заметьте, казалось бы, всего лишь единичку прибавили, а последовательность всех единиц